Ну, все-таки пора нам с вами провести распаковочку. Что мне нравится, это то, что всегда все приходит вот в таком формате. Аккуратненько упаковано, бережно, с заботой. Ой, и любовью. Хрустящие шарики с какао-маслом купила своей мелкой для животиков. У кого у деток больные животики, вот это очень подойдет. И вот он, мой любимчик, моя прелесть. Сейчас закончится у меня вот эта чистка. И придет коллагенчик, который, между прочим, отвечает за все. За суставы, за кости, перелом шейки бедра. Слышали? Сломала шейку бедра и больше не восстановилась. Потому что коллагенчика не хватало. Коллаген у нас с вами начинает меньше вырабатываться, когда нам 40 бахает. И, пожалуйста, здравствуйте, все меньше, меньше и меньше. Если его не восполнять, он сам не придет. Следующая история у нас сейчас будет дальше. Полезный перекус. Я их стала заказывать по чуть-чуть и сейчас спрячу. Потому что у меня их воруют хулиганы. Ну, кстати, крутые протеиновые батончики для тех, кто следит за своей фигурой. А, заказала северную омегу. Мои омегу лопают. Ну, ее надо лопать на постоянке. Видите, тут осталось чуть-чуть. Омегу мои лопают на постоянке. И это главное, потому что она отвечает за нервную систему. Между прочим, у эскимосов практически нет сердечно-сосудистых заболеваний. Знаете почему? Потому что у них каждый день в рационе есть рыба. Если вы не эскимос, и рыбу у вас каждый день в рационе нет, друзья мои, я вам настоятельно рекомендую, потому что это ваше здоровье. Угу. Что еще? Новамин. Вот это то средство, которое поможет вам быть здоровым. По одной капсуле для профилактики каждый день, и никакая зараза к вам не прицепится, вы иммунитет поднимете. А если к вам вирус какой-то и причапает, то вы его очень быстро поборете, да? Вот сейчас неделю ходят такие вот, в течение недели люди болеют. И неделю 39 держится. И вопрос, знаете, в чем? Сколько вы будете с высокой температурой, будет ли она вообще у вас высокая? Возможно, вы будете... пить, и вас восстановит. И спустится ли вниз эта вся история в пневмонию, понимаете? Тут же фишка не в том, поймал, не поймал вирус. Вирус, он такой, что вы его поймаете и, скорее всего, в легкой форме переболеете. Вопрос, как вы переболеете? Вот это очень важно, потому что это разработано было для онкобольных. У них очень сильно страдал иммунитет, и им это важно. Ну, вы понимаете, да? Для тех, кто вечно сидит на диете и пытается заменить свои вот эти сладенькие перекусы какими-нибудь вкусняшками, я советую настоятельно покупать вот эти кокосовые шоколадки. Вот больше всего мне нравятся кокосы. Они огненные. Дальше, что у нас тут еще есть? Два синхровитала я купила. Для защиты зрения и защиты суставов. Самые верные наши помощники, друзья мои, я вам хочу сказать, это бомба. Вот это ИПАМ 11 для тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. У меня камушки, я его капаю, он у меня идет в программе, буду пить на постоянке. ИПАМ 24 заказала дочке, у кого проблема по гинекологии, легкие боли есть, вот это тоже ей подойдет. Дальше вот эти два незаменимые товарища, семерка, девятисотка. Вот их, вот сейчас я вам даже отдельное видео на эту тему запишу, прям отдельно. Это противовирусный, вот это противовоспалительный. Ребята ставят на ноги так, как вы себе даже не представляете. В первый день заболевания прям по 10 капелек под язык, каждый час и будет красота. Девятисотка, если появились сопельки. Заказала кальций, решила пропить. Как в качестве профилактики, я думаю, периодически надо. Дальше у меня здесь вот такой вот замечательный хронолонг. Для кого хронолонг? Для тех, у кого проблемы. Менопауза, болезненные месячные, или, допустим, из вас льет, как из ведра. Либо вот эта вот история, когда 3 дня до, 3 дня позже, если не пойми что, посерединке сам менструальный цикл. Единственное, девчонки, у тех, у кого проблема с печенью, тут не с печенью, кисты миомы, здесь нужно очень...
по-другому подходить. То есть здесь необходимо добавлять синхровитал четверку, сначала пропить небольшую историю для поддержки печени, и потом уже можно компоновать с хронолонгом, потому что кисты миомки, они такие вот, знаете, не очень хорошо они вместе дружат. Вам сначала нужно защитить свою печень, заставить ее работать, потому что плохая работа печени как раз кисты и миомы. Ну и на пробу я заказала все разных омежек с разными историями. А чего тут у нас только нет? Натуральный бета-каротин, ликопина и омега, лютеин и зеаксантин. Они все комплексные, каждый направлен на свое действие. Кто-то для зрения, кто-то для памяти, кто-то для кожи и слизистых. Короче, буду вам потом поэтапно обо всем, о каждом из них рассказывать. Все распаковочку я вам сняла.